Друзья, всем привет! Наверное, каждому из вас знакома ситуация, что же сегодня приготовить на обед. Вот у меня такая ситуация. Приготовила куриные котлеты. Ну а что, приготовить на гарнир? Задачка не из легких. Хочу приготовить такое блюдо, с которым смогу порадовать всех родных. При этом, чтобы блюдо было полезным и легким в приготовлении. Приготовим домашний цезеро. Блюдо вкусное и сытное. И не такое вредное, как в сети быстрого питания. Для приготовления нам понадобятся котлеты, салат из моркови и капусты и армянский лаваш. Салат у меня айсберг, но подойдет любая другая капуста. Однако, на мой взгляд, с салатом айсберг выходит более нежно. Котлеты куриные, но подойдут те, которые есть дома. Приготовим салат. Посолим, добавим специи. Из специй я добавляю уцхусунели. Специя слегка придает ароматный привкус ореха. Также добавим красного молотого перца. Также можно добавить зубчик чеснока. Заправим наш салатик майонезом. Хорошенько все помешаем. Помешали наш салат, теперь нарежем лаваш. Так, чтобы собрать наш цезарь-ролл. Займемся сборкой. Выкладываем на лаваш наш салатик. Поверх салата кладем слегка разогретые теплые котлеты. Двух штук, я думаю, будет достаточно. Теперь аккуратно сворачиваем рулетик, так как показано на видео. Приготовим еще один. Делаем все то же самое. Так как лаваш очень тонкий, нужно делать все очень аккуратно, чтобы он не развалился. Далее будем обжаривать наш ролл для того, чтобы он стал хрустящим. Конечно, было бы идеально подогреть на гриле. Но так как у меня нет гриля, я буду греть на обычной сковороде без масла с двух сторон, буквально по 1-2 минуте. Вот у нас все и готово. Вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Полезный, вкусный и свежий цезарь-ролл. Совсем легко и просто приготовить дома. Всем приятного аппетита!